Британское правительство представило бюджет, призванный помочь гражданам справиться с ростом стоимости жизни и побудить вернуться на рынок труда в условиях дефицита рабочей силы. Перед дебатами в Палате общин канцлер казначейства Джереми Хант по традиции продемонстрировал журналистам на Даунинг-стрит 11 красный чемоданчик. Inflation destroys the value of hard-earned pay, deters investment and foments industrial strife. High inflation, Madam Deputy Speaker, is the root cause of the strikes we've seen in recent months. We will continue to work hard to settle those disputes, but only in a way that does not fuel inflation. Part of the fall in inflation predicted by the OBR happens because of additional measures I take today. Среди предлагаемых мер – продление на 3 месяца предельного уровня цен на электроэнергию, что позволит семьям сэкономить до 160 фунтов стерлингов, заморозка налога на топливо на 12 месяцев, повышение лимита необлагаемых налогом пенсионных взносов и ужесточение санкций за невыполнение обязательств для получателей социальных минимумов. Тем не менее, в среду учителя, госслужащие, младший медицинский персонал и водители лондонского метро не вышли на работу, продолжая бастовать против инфляции, которая в Великобритании составляет более 10%.